В этот день в арене собрались настоящие фанаты женского хоккея. Открытие матча, как и в предыдущий день, произвело фурор на стадионе. Скрестить клюшки на льду приехали сильнейшие и лучшие хоккеистки со всей России. В рамках матча звезд девушки встречались уже в третий раз. Но в этой сборной солянки были и дебютантки. Игра девушек поразила своей аккуратностью и вежливостью. Помимо прочего, хоккеистки устроили настоящее шоу для фанатов этой игры. Образ супермена примерила на себя Алена Милс. Скорость ее броска по воротам составила 127,4 километра в час. Также хоккеистки поиграли в биатлон. Показали самую грациозную рыбку. И еще много-много сюрпризов. А сама игра сложилась в пользу команды Запада. Они выиграли со счетом 2-0. После матча девушки под бурные овации трибун продолжили удивлять публику своими танцами. Команда Запада вышла на лед, станцевав знаменитый «Скибиди-челлендж». А девушки Востока ответили им зажигательным танцем под музыкальный бит. По окончании встречи вслед за лучшими игроками Кубка вызова в Казань отправятся и две хоккеистки Запада и Востока – Николь Чубкова и Татьяна Рафтер. Теперь хоккейный праздник двинется в Казань. Уже в эти выходные на Татнефть-арене свои мастер-классы и супершоу покажут настоящие звезды и титаны КХЛ. Регина Нурмухаметова, Айсылу Хафизова, Марина Чернышкова, Влас Симагин, телеканал «Нефтехим».